11.05 в нашем городе. Это программа «Дневной разворот». Сегодня пятница, 21 сентября. И вас приветствует Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Добрый день, хорошего завершения рабочей недели. По традиции поделимся нашей повесткой дня. После 13.00 будем говорить мы о 60-летии кировского телевидения. Это будет программа «Сделана в Вятке». Вот так вот. Кто будет рассказывать? Ну, естественно же, ровесник этого юбилея Евгений Альбертович Петунин. Евгений Альбертович снова к нам придет. Историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета и режиссер ВГТРК «Вятка» Алексей Фоминых будет сегодня в студии. После 12.05, как обычно, будем зазывать вас в программу «Культпоход» 211-101. Вы сможете выиграть массу интересных призов. Ну а основной темой «Культпохода» сегодня станет премьера спектакля «Уроки французского». Которая готовится в Кировском драматическом театре. К нам придет режиссер, постановщик этого спектакля Захар Пантелеев и два артиста. Один из них заслуженный. Да. Ну а честь, собственно, в первом часе в программе «Дневной разворот» приветствовать в нашей студии народного артиста России. Это Тамерлан Нугзаров. Тамерлан Тимирсалтанович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, добрый день. Очень рады. Олег Рыбкин, директор Кировского государственного цирка, тоже с нами. Добрый Здравствуйте. День. Ну, добрый естественно, день, мы сегодня будем говорить о цирке Тамерлана Тимирсалтановича, который с 15 сентября в нашем городе. Добро пожаловать в Киров. Добрый день. Здравствуйте, всем. Да. Я самое главное всем желаю здоровья, чтобы они к нам в цирк приходили и радовались, смеялись и получали удовольствие от нашего спектакля. Сколько уже пришло кировчан? Активно идут на представления? Достаточно активно. Мы очень рады, что все-таки люди верят в легенды, в сказки, в шоу. И посещают все больше и больше. И приходят, в принципе, нас это радует. Ну, Олег, легенды — это легенда. Здесь кавказская легенда, слушай, да? Вот в том-то и дело, да, что это, мы открываем. Это всегда было интересно. Свой уже не юбилейный, а 41-й сезон. Одним да. из масштабных таких этно-шоу циркового искусства с Тамерланом Нугзаровым «Легенда», где, в принципе, используются многожанровые, а также много видов экзотических животных, конный аттракцион. И достаточно все это ярко, масштабно. Рады. А вот уникальность, Олег, на ваш взгляд, именно этой программы, вот я имею в виду по сравнению с тем, так и называется, что... «Горская легенда», да? Да. Да. То есть именно легенда. По сравнению с тем, что раньше было, ну, безусловно, к нам великие цирковые артисты приезжают, но вот эта программа «Легенда», вот в первую очередь, давайте сейчас дадим ответ на вопрос слушателям. Вы знаете, что... Ради чего надо идти? Я хочу подчеркнуть самое основное, главное, что это шоу, это цирковое такое этно-шоу, которое используется по некому такому сценарному ходу, где есть присутствует некая стилистика именно Кавказ, где есть много, не знаю, разворотов любви, ненависти, огня. То есть это именно... такое масштабное шоу, где разворачиваются все виды нашего искусства. Ну, почему мы Кавказ упоминаем? Давайте, чтобы поподробнее познакомить. Ваша родина, Тамерлан Тимирсалтанович, Северная Осетия. Да? Да, моя да. родина Северная Осетия. Я там родился, там воспитывался. И в 16 лет я попал уже в цирк. Как-то так быстро родился, воспитывался и попал в цирк. Вот. Отец был цирковым артистом. Отец был цирковым артистом. Вообще, мою историю, если вам рассказать, это интересно, неинтересно. Я сам детдомовский мальчик. Моего Давайте отца. Послушаем все-таки. Да. Моего отца сослали, он мой родной отец ингуш. Их в 43-м году сослали, к сожалению. Ну, когда депортация была. Депортация да, была, все это. Я остался с матерью, мама была у меня осетинка. Я попал в детдом, потом моя мама вышла замуж за... Нугзарова, осетина, который я с гордостью своего отчима несу фамилии, который мне Казбек Борисович, да? Да, Казбек Борисович, да. И который мне дал вообще фактически все дал, что он умел делать. Но самое главное, он мне дал профессию работать с конями. Угу. Дал мне профессию, как себя ездить на конях, ездить, да. Вот первоначально он мне все это дал. И он мне ничего не запрещал. Что рады, знаете, мне. Но в то время вы о цирке-то, наверное, еще не думали? Нет, я нет. честно говоря, да. какой цирк, детдом, цирк, что там? Ну, да. 8 лет жизнь я почти в цирке пробыл. Да. Была, да.
Вот. Я думал, знаете, я вам честно говорю, я думал, летчиком как стать, там, вот этим. Ну, как все дети, когда самолеты видели, все хотели там в то время летчиками стать. И на самом деле так и было все. Но мне в жизни повезло, что я в цирк попал. Я ни одну секунду не жалею, что я артист цирка. Я прошу прощения, можно я все-таки о годах-то упомяну? Вам 76. Да, 77-й год. Да, 77-й год идет. Ну, чтобы понимали, с каким человеком. Жалко, что у нас еще не телевидение, чтобы еще понимали, как прекрасно человек выглядит. Вот, и почему я вам все говорю, да, об этом, да. Я честно говоря, я счастливый человек, что я в цирке работаю. Я все получил, государственную премию получил, и все, которое есть в мире, все награды, это у меня все золотой клоун, и много-много, я не буду говорить, да. И фактически я весь мир объездил, кроме Китая и Северной Кореи. Вот я вам все говорю, понятно. То есть есть еще куда? Но вам интересно есть там побывать в Китае, съездить, в Северной Корее? Да? Нет, я хочу только побывать у себя России. России лучше. Россия лучше. Ну, вот у нас Россия, знаете, почему лучше? Потому что у нас обычаи другие, у нас все свое близко, у нас все прекрасно, у нас самые лучшие девочки в мире. Это точно. Вот, я могу сказать, у нас другая совершенно еда. И по моему характеру я бы ни с кем бы там не сработался, потому что я вам скажу, я очень строгий. В работе, чтобы просто знали. Я, иначе быть, иначе, наверное, быть не наверное, может, не может в работе, быть по-другому. Вот, и могу сегодня сказать, вот сидит удивительно директор Олег. Я могу сказать, за 10 лет, вот я его сколько знаю, 10 лет я не видел, чтобы директор так беспокоился за артистов и за программу. Это я вам серьезно говорю. Спасибо, Тверло. Сейчас директора, все приходят с улицы и не знают, такой цирк. Вот это наше несчастье. Об этом не будем говорить. Я хочу о спектакле сказать. Давайте про спектакль поговорим. Вот самое главное, спектакль, знаете, мне, знаете, когда говорят, я вот такой стал артистом, я такой великий, так не бывает. Я учился у великих таких, как Манжели, великий дрессировщик был. Я учился у Махмуда Исамбаева, он мне подсказывал. К нам приходил и Кобзон, Иосиф Кобзон к нам приходил. Он цирк любил, да. Который, к сожалению, недавно ушел из жизни. Он, чтобы вы знали, он начал песни петь и с цирка начал, когда Куба любовь моя, когда с Кубой началась, там революция случилась, и в цирке сделали спектакль «Куба любовь моя». И он там исполнял все песни. Это было очень давно тоже, понимаете меня? Ну, это 50-е годы. Да. И понимаете, самое главное в этой жизни, мне повезло, что я со всех вот так смотрел, что кто лучше. И в 63-м году я уже был во Франции. Конный цирк назывался «Тула-Париж, 65 лошадей». Советский цирк. Я когда все это увидел, все это... И уже сам я не смогу этот номер сделать. Вот все это вам же было совсем 20-21 год, да. Вам было, когда вы, собственно, попали. Вот. И знаете, мне самое главное в этой жизни, человеку надо знать, что он хочет, что он умеет. А то у нас большинство и режиссеры, и балетмейстеры, они не знают, что они хотят, но хотят что-то делать, но не знают, как это делать. Вот. Мне повезло в жизни, что встречался с такими людьми. И с Муслимом Магомаем встречались все мы в Грозном. И мне повезло, что я вот эти кавказские обычаи знал. Но вы не подумайте, что это только кавказские обычаи. По-моему, когда везде появляется пожилая женщина, драки идут, по-моему, везде все это прекращается, когда она слово говорит. Это уважение к женщине. А когда говорят, это только кавказские легенды. Да, кавказские легенды исполняют кавказцы, но в Америке это понимали больше всех. И там был такой случай, да. В «Нью-Йорк Таймс» писали, нас же между Советским Союзом и Америкой кинут этот платок. Белый платок, чтобы мир и дружба был с ними. Чтобы вы знали просто, да? И вот эта тема, по-моему, всего мира это. Чтобы войны не было, чтобы никаких драк нигде, ничего не было. Вот вокруг этого все происходит не так просто, знаете, как кидают. Там у нас бои идут, танцы идут, трюки идут. Перед женщиной показывают трюки, как кто из них лучше. А самое тяжелое, знаете, что в цирке? Быть артистом. Вообще везде артистом. Да что значит быть артистом? Настоящим, цирковым. Я вам скажу, и цирковым, и в театре везде быть артистом, когда тебе зритель понимает, тебе зритель думает, и ты от сердца работаешь, горишь. А бывает, такие артисты, знают, выходит, слово не может сказать, трюк не может сделать. А зритель говорит, господи, быстрее бы закончил, ушел, его все жалеют. Это не артист. Но лишь бы жив-здоров остался. Понимаете меня? И вы знаете, самое главное, нет плохих жанров вообще. Есть плохие исполнители. Вот я считаю, что когда плохие исполнители, лучше с ними, знаете, прощаться надо. И могу сказать сегодня... Были у вас такие случаи, когда приходилось прощаться?
Очень часто. С артистами, когда приходили в ваш коллектив? Конечно, как вы не подумаете. Конечно, прощаться приходит. Ну, там месяц, два, три мучаешься, ничего не получается. Я думаю, зачем человека мучить, и животных мучить, и себя мучить. Вы знаете, я никогда телеведущим не был, потому что я неправильно говорю. Надо правду говорить. Хорошо, да? Вы говорите. Нормально говорите. Понимаете меня, я к чему говорю, да? А я свой жанр знаю, свою работу знаю, и все это я понимаю, что преподаю, что говорю. Вот это плохо, когда себя так говорят. Я хочу, чтобы люди об этом говорили, когда со стороны смотрят, что мы делаем. Вот мне 76 лет, я работаю сам еще в высшую школу в цыганском стиле. 20 лошадей у меня одновременно на манеже скачут. Высшая школа в цыганском стиле, это что как вообще? Пояснить, пожалуйста? Это вот не очень я понял. Шесть девочек у меня танцуют цыгане. Балет. И лошадь у меня танцует. И лошадь танцует? Лошадь, я на лошадь сижу, и лошадь танцует, становится на дыбы, там поклоны делают. Все в цыганском стиле. Понимаете меня? Угу. Другой жанр мы сделали, называется «Почта». Это когда не было ни самолетов, ни машин, почту передавали с одного коня на другой, чтобы быстрее куда-то дошли эту почту. Это называется венгерская почта. Венгерская почта, да. Угу. Вот. И чем мы его сделали, я там добавил еще к 9 лошадям еще 11 лошадей. Вот как это все умещается? Вы понимаете, я вам еще раз повторяю одно. Когда вы знаете свой жанр, можно еще больше лошадей сделать. Угу. Когда понимаете все это, да. И могу сказать, что в России, в Советском Союзе столько лошадей не было, чтобы почту работали. Вот сейчас начали копировать уже иностранные. Вот. И мне сегодня, знаете, что обидно в этой жизни, я вам правду скажу. Когда Советский Союз был, у нас были самые сильные номера, самые сильные жанры, полеты, подкидные доски, клоуны. Но, к сожалению, сейчас половина ушли в Китай, половина ушли в Цирк дю Солей. А чему ушли? Ну, от веселой жизни, наверное, 90-е годы. От трудной жизни. От трудной жизни в 90-е, да. И вы понимаете, и фактически, чтобы вы просто знали, чтобы вы знали, Цирк дю Солей создали советский русский цирк. Чтобы все знали. Это я не придумываю ничего. Об этом пишут, да. Вот. Они против животных. Они против всего. А как можно цирк без животных? Ведь нельзя бы, знаете, дети приходят, там увидят тигра, увидят там медведи, все. Они радуют, все. Мы делаем для зрителей, не для себя это все. И, знаете, бывает, слезы текут, а ты хочешь, не хочешь, улыбайся. У нас профессия такая. И сегодня вам могу сказать единственное, чтобы вот этот жанр цирковой вообще искусство не пропадало. Знаете почему? Потому что дети приходят, восхищаются храбростью, восхищаются силой, восхищаются, как люди прыгают, какие клоуны там, чтобы вот это не пропало у нас. С этим я беспокоюсь. Прошу прощения, у нас небольшая сейчас пауза. Нам нужно по регламенту полминутки прерываться. Напоминаем, что мы беседуем с Тамерланом Нокзаровым, народным артистом Российской Федерации. Цирк Тамерлана Тимерсалтановича «Легенда» гостит в эти дни. До какого числа, давайте напомним? До 14 октября. До 14 октября в Кировском государственном цирке. Олег Рыбкин, директор Кировского госцирка, тоже с нами. Мы продолжим очень скоро. Понимаете, там я вам сейчас скажу. Когда продолжаем, да. Я должен сделать вход все-таки еще раз поздороваться. Здравствуйте. Ладно, про Трампа, так про Трампа. Что мы там умеем? Ну, это мы тут в перерыве, да, вспомнили историю очень такую интересную, классную. Тамерлан, расскажите. Как вы Трампа борщом кормили? Я вам расскажу. Мы работаем в Атлантик-Сити, где его казино, там, где его гостиница, все это. Это какой год был? Это лет уже 17, наверное, прошло. То есть он еще был простым американским миллионером? Да? Не, он простым никогда не был, он миллионером всегда был. Простым, это мы с вами простые. Да, уж так. Ну, не президентом еще был. Да. И мы работаем у него в огромном зале, около 5000 зрителей там находится, да. Это было личное приглашение его? Нет. Там, знаете, антрепренер нас приглашает, американский, и мы работаем по городам, по разным залам. И он, мы там в зале работаем. Гастрольный тур. Соединенным Штатам. Да. Вот. И приходит какой-то дядя, мы его не знаем. Высокий блондин. И посмотрел там и слонов, и лошадей посмотрел. Прошел, ему показали гардеробную, где переодеваемся, все это. И моя жена там находится, Светлана Авдеева. И из этих наших работников, антрепренер, спрашивает: Свет, у тебя борщ есть?
Ну, сели они, съели. Мы не, даже не знали, что это такое, кто это такой Трамп. Пришел дядя какой-то высокий, блондин, и ушел. Поел борща и ушел. Да. На второй день во всех газетах, телевизорах показывают, что такой-то в цирке был, увидел слонов, лошадей увидел. И артистка цирка накормила Трампа борщом. Русским борщом. Понимаете, это приятно все. Но знаете, я вам еще могу больше сказать. Я в Белом доме 3 раза был. В Вашингтоне? Да. Угу. Понимаете, мне... Это интересно все. Это, ну, как интересно? Знаете, чем... Там ну, были, все... в смысле, просто приходили? Просто приходили, да. Как экскурсию да. нас да. приводили. А в овальном кабинете? Везде мы были. Везде были. Везде все были. И знаете, что там интересно? Да, тарелка. Такой-то... С такой тарелки такой президент ел. С такой стаканет. Знаете, их не только... Портреты, как наши раньше были. Угу. Их не портреты. Портреты. Угу. Все. Я думаю, для чего мне тарелки нужны? У них нет вот этого, знаете, у меня, как называется, показухи или как называть. Единственное, их портреты. Тогда это, да. Единственная, знаете, там единственная картина, стоя Кеннеди. И все спрашивают, почему он стоя стоит. И жена его платье тоже. И все спрашивают, почему история вам расскажет. Вот по сей день не знаю, почему. Понятно. Давайте сейчас поговорим о тех животных, с которыми вы работаете, которые у нас в цирке, в нашем, которых блистают на арене. Да. Вы знаете, у нас о животных, у нас и удивительные собаки у нас удивительные медведи. Давайте о лошадях сначала. Давайте, да. Давайте о наших потому, нас конях расскажем. О лошади не будем, о конях да, будем. Про коня, да. Да. У меня 25 жеребцов. Они все у меня мальчики, все такие темпераментные, все такие, знаете, у меня... Порода что это? Порода, я вам расскажу. У нас орловские рысаки. У меня арабы есть. У меня есть русские верховые, которые разводят их в Рязани. Называется Старожилский конзавод. 100 с чем-то лет этому конзаводу. Вы не поверите, что это конзавод, как будто Кремль. Uh-huh. Немцы еще делали. У меня есть фризы, которые привезены из Голландии. Это вороные лошади, гривы у них по 0.5 метра, хвосты огромные, лохматые ноги. Вот это... У каждого своя роль, свое каждого, место в программе. Это у каждого да? своя свой характер. Роль. Знаете почему? Как вот в театре собирают актеров, так и артистов лошадей мы собираем. Один под один трюк, там, кто под живот там налазит, да, другой прыгает, третий прыгает на круп лошади, стоя и стоит на шоу. Все мы подбираем как актеров, а не так просто, знаете, взяли лошадей и поехали. Вот. А самое главное, знаете, меня, их надо учить спокойно, тихо. Сейчас совсем, понимаете, торопиться нельзя, лошадь готовит. Знаете, некоторые думают, сели на лошадь и поехали. Это надо годами потихоньку учить. Там самый меньший мы учим лошадь 5-6 месяцев, чтобы только трюки начал делать. Почему я могу тайно? Надо мышцы накачать, чтобы у этой лошади были мышцы у этого коня. Чтобы плечи были здоровы. Все как? Чтобы она могла... как накачивать мышцы у коня? Рысью. Рысью бегать, рысью, галопом, галоп. Все чисто, время по 2-3 часа ежедневно. У меня кроме понедельника выходного нет. У нас ежедневный прогон лошадей рысью. Вы можете прийти неожиданно, спрятаться и смотреть, что же они делают с лошадью. Рысью бегают и бегают. Так они по арене кругами? Да. Ну, бывает дело. Но выезжаем мы в парке, выезжаем куда, где бывает земля. Все тебя а вот используют. Сейчас в Кирове есть возможность куда-то? Я у директора вывести? Не спрошу, я вам скажу, куда я выеду. Парк. А я скажу, знаете, мне директор разрешил, пускай его ругают. Честно говоря, я только за. Вот, и вы понимаете меня, вот... Я вам могу сказать одну тайну. Кто работал с конями, дрессировал лошадей, он может с любимыми животными работать. И с тиграми, и с медведями. Самая тяжелая работа – это с лошадями, чтобы вы знали. А в чем специфика работы с лошадью? Лошадь такой маленький ребенок. Он встал утром, бегает туда-сюда бегает, да? И так и лошади. Ему 20 лет лошади. Если он, вы его выводите со стака, он должен сначала размяться, попрыгать, все. Потом говорит, теперь делай, что хочешь со мной. А тигры вывел, встал, 10 год не поработал, на второй день можно работать. Я вам тайно все рассказываю. Тайны. Общем, и все, кто живут... У запашных, работал, в общем, не так уж и сложно. Нет, про запашных я могу. Там был великий дрессировщик, их не отец.
Вальтер Запашный. Да, ну, это мы оставим для другой передачи. Понимаете, я, да, почему вам говорю все это, да? Я вам тайну скажу. Он хотел с лошадями работать, и не получилось. Это совершенно другое. Знаете, почему я вам сказал? Вот как вы играете на пианине? Угу. Играете, слух надо, да? И по книгам вы не научите наездника. Вы не будете читать и лошадь, да? У вас должен тренер говорить: повод подтяни, ногой здесь прижми, грудь подними. Вот в чем заключается сложность лошади. Угу. Почему у нас сейчас в России нет конкура, нет у нас высшей школы, у нас тренеров нет. И лошадиных, к сожалению. Угу. У каждого коня свой характер, безусловно. Ну, как у людей. Все как у людей. Знаете, мне, знаете, я ненавижу лошадей. Знаете, каких коней ненавижу? Которые, знаете, дохлые, знаете, есть такой, знаете, полусонный. Ну. Я с ними избавляюсь, их отдаю. Для этого тоже ведь есть причины. Почему он такой дохлый, природа, от природы. Характер. То есть, либо, да, от, да, природы, от характера. Я люблю лошадей, чтобы задом бил. Такие. А знаете, каких лошадей? Удивительно. Чтобы задом кусался, бросался, с ними легче работать. Угу. Он показывает свой характер. Вот характер, когда показываешь, с ним легче. Он идет, знаете, от злости быстрее хочет работать. Говорит: Господи, избавиться от этого Тамерлана. Разойтись по разным помещениям, чтобы... А самое главное, я вам скажу честно, да, я почему с государства не ухожу? Это все у меня государственное, у меня собственно ничего нет. Лошадь надо каждый день кормить. Лошадь надо каждый день лечить, надо убирать, ухаживать, чистить все это, да? Это очень дорогостоящее удовольствие. Это кому-то, ну, так, да, кажется. Все, сели на лошадке, да? Поэтому это определенный рацион все-таки. Это, да, все, это поддерживаете и внешний вид, и здоровье. Единственное, я с директорами ругаюсь, когда, да, что-то там начинает насчет рациона. Но у нас рацион, может, артистам зарплату не платить. Но животные все накормлены. Кормить нужно все. Да, всегда. Это знаете, как бы, денег нет, это нас не касается. Угу. Но что, так не бывает. Что кушают ваши подопечные? Поделитесь секретом. Так надо у Олега спросить, чем, да, кормишь? Я вам расскажу. Вы знаете, очень расширенный такой рацион питания. Вот я думаю, что Тамерлан сейчас приоткроет такую занавес. Да, все-таки вот. Но эта обязанность лежит ведь на принимающей стороне. Конечно, обязательно. Да. То есть все это добыча всех необходимых продуктов. Лучшее, это, да, вот, Олег, правда, обеспечиваете, да, вы? Да, да. Свежие овощи, фрукты, фураж. Первым долгом сена, овес. Отруби. Кто уже лошади уже постарше, там уже дают там боем по 3 килограмма морковки каждый день, каждой лошади, чтобы вы знали, свежей. Каждый день? Каждый день, каждой лошади, чтобы вы знали. Сколько лошадей это у вас? 25. 25. Так, можно легко посчитать, сколько одной морковки каждый день? Вы понимаете, знаете, это не так дорого стоит, не так дорого стоит, как вы это считаете? Это не так дорого. Ну, смотря где. Не, ну морковь на самом деле не самая дорогая. Вы понимаете, самое главное, знаете, когда директор видит работу, да, когда он не живет, когда работы нет, я вам все рассказываю, все, когда работы нет, приезжайте, всякое бывает. Работы нет, думает: Господи, где же мне морковку достать, где? А когда номера прекрасные, они быстро все достают. Это на самом деле все это. Вот. И могу сказать, цирк должен быть при государстве. При государстве. Вот как футбол, как спорт. Как театры. Как большой театр. Ну, это искусство. Да. Искусство должно поддерживаться, безусловно. Но я могу тайну рассказать. Одну еще тайну расскажу и больше не буду говорить. Нет, пожалуйста, рассказывайте еще. У нас есть 15 минут. Чтобы вы знали, давно-давно было огромное у нас собрание, там лекции, что-то было. Единственное, кто план выполнял, денежный план, думаете, кто? Цирк. Ага. Я вам тайну расскажу, почему. Мы за границей привозили огромный долг. Союз госцирк, это же был источник валютных поступлений. Вот. Это в Советском Союзе была статья. Просто, чтобы валютная. Знали, мы работали. По 23 тысячи зрителей было в хоккейной поляне. Подумайте, цирк там. Там цирков нет. И когда был у меня такой трюк, сразу вырывали мы советский флаг и американский. Одновременно лошадях они вот так летают. Понимаете, и весь американский зритель вставал и начал хлопать, и свой гимн начали петь. Я поэтому очень часто ездил в Америку. Я там 8 или 9 раз был. По 6, по 9 месяцев. Понимаете меня? И как бы вам объяснить? Они к нам в то время, вот, когда Горбачев был, это все, относились к нам что-то удивительно.
И потом, когда такой Бжижинский выслушал такого там политика против Советского Союза, кто был, он пришел в Вашингтоне в цирк. Угу. Смотреть цирк. На ваше представление? Да. Угу. Ну, нас пригласили в кафе, а вечером надо было работать, ну, кофе попили, и там все закончилось. Он нас хвалил, какие вы молодцы, какие что, вы, что лучше нет в мире ничего. После этого 10-12 лет цирк туда не ездил. Я вам тайну расскажу, почему. Потому что был Добрынин и Дубинин, угу. Послы там. Послы, да. И мы приходили как домой к ним. Они нас приглашали, все. Мы одной семьей тогда жили, да? И они говорят, что говорят, вы артисты цирка делаете? Заодно представляем. Мы, говорит, 5 лет это налажим отношения. По интенсивности, друг так скажем, да? Понимаете, потому что связи. Огромный народ нас смотрел все это. Вот, вот в этом-то все заключается. Знаете, у меня все-таки цирк это был тогда политика. Это политика, и я считаю, сегодня... Ну, а как же без этого, конечно. И сегодня, знаете, меня вот на это должны внимание обратить. Почему? Потому что цирк переводить не надо. Там смотрите, плохо или хорошо. Так, у нас время рекламы подошло. Тамерлан Нугзаров, народный артист Российской Федерации. Сегодня у нас в гостях цирк Тамерлана Тимирсултановича. Легенда гостит в нашем Кировском цирке до 14 октября. 0+, сразу же говорю, да, возрастное ограничение представлений. Олег Рыбкин также с нами, директор Кировского госцирка. Буквально минуту прервемся и продолжим нашу беседу. Теперь вы говорите, я буду молчать. Продолжаем нашу беседу. Нет, конечно, безусловно, хотя я совсем не говорю. Тамерлан, говорить будете вы, потому что это самое интересное. Тамерлан Тимирсултанович, да. О животных немножко поговорили, давайте о людях теперь поговорим. У вас эта программа, вообще вот эта легенда, она давно уже у вас она? Вы знаете, я вам сейчас скажу, давно у меня, легенда у меня давно, я вам сейчас скажу тайну. Я работал, мой отец Нугзаров работал, джигиты, лихие джигиты Северной Осетии. Братья Нугзаровы. Угу. Тогда было в цирке осетин, осетинские номера джигитов, штук 8 номеров у нас было. Конкурировали между собой? Никакой конкуренции. Это все государственный, Росгосцирк. Ну, да. Угу. Я как молодой человек пришел в Осетию, пришел к министру культуры, мне было что-то там 27-то лет. Я говорю, вот хочу номер. Он мне одно слово, вас, говорит, так много. Куда, мол, ты еще? Да. Угу. Ну, я приезжаю тогда, я даже не знал, что я ингуш, честно вам говорю. Я не знал это. Я в 28 лет узнал, что я ингуш. Просто. Это как-то это изменило как-то ваш мир? Нет. Нет, нет, это... У меня проблем нет. Я пошел в Министерство культуры Чечено-Ингушетии. Я вот так и так. Ну, все будем делать. И вот откуда познакомился я с Эсамбаевым, все это. И у меня отсюда начался делать номер. Делал сначала джигитов, потом сделал маленькую легенду. Вот этот платок сделал, потом мне начал разрастаться. Там технику добавил, это добавлял. Потом еще больше, потом леопарда добавили. Потом, сейчас я вам расскажу, что я придумал сам. У меня трап 9 метров длиной и лифт. Лошадь становится на лифт, на 4-5 метров поднимается и на середине манежа спускается по трапу. Туда наверх скачет. Это я все лично сам придумал. Понимаете меня? Так не бывает, знаете. Это, кстати, запатентовано или как это называется в цирке? Вот. А я ничего, это все государство. Ну, все, чтобы это никто там не скопировал. Это все, пускай копируют, никто не скопирует. Понимаете меня, я к чему все это говорю? Должно быть, я повторяю, должен руководить номера, знать, что он хочет. Если он чувствует сердцем и душой, что это можно сделать. Вот это я все это придумал, и это легенды, так начинать с 72 года. Угу. Я открывал на Вернадского цирк. Угу. В 1972 году. Я один из первых туда приехали. Мы работали тогда. Маленький номер легендный. Вот оттуда у меня жизнь началась. Оттуда поехал я в Японию сам, Южную Америку, все это, чтобы вы просто знали. И опять я повторяю. Мне повезло, что вокруг меня были очень хорошие люди. Я у них учился. И они делились с вами, да? Открыто. Они делились, но самое главное, я смотрел. Я очень люблю балет. Я очень люблю балет, я считаю... И наш русский балет? Да. Да. Понимаете, меня, а кроме русского балета в мире никого нет. Назовите мне, глупый, где русских нет. Задал. Да, это на самом деле так и есть, потому что если где-то там есть балет, то там все равно либо русские начали, либо там русские... Вы знаете, мне, я могу тайну рассказать, но в Америке, да, наши поехали, ну, уехали, молодежь, все это, да, они начали балет там... Они были во главе балета, солистами были. Угу. Когда американцев научили,
их убрали в сторону, американцы начали во главе. Вот вам что получилось. Mm-hmm. Понимаете, их на вторую роль ушли. Мы их учили ко всему. Вот в этой жизни, да. И также с цирком, и также везде получается, мы все отдаем. И что вы знали, во всем мире было только одно училище цирковое в Москве. Мы учили и китайцев, и американцев, кого только все приезжали, у нас учили. А к чему там учили, самое главное? Учили, как ходить, как грим делать, как улыбаться, как вас учили сначала быть человеком на манеже. И актерскому мастерству тоже. Да, актерскому мастерству. Да? Не так, знаете, я не хочу никого оскорблять, да? Все-таки в этой жизни должен быть артист, а не трюкач. А, кстати, простите, что прерываю, как вы передаете свои знания, умения и передаете ли работу с молодыми, вы знаете, поколениями? Все в рамках своего коллектива или где-то вы преподаете? Нет, я вам скажу, я вам сейчас скажу правду от меня, вот от с моего, вот под чем я руководитель. У меня 6 руководителей, даже у Ирадзе, мой парень, руководит джигитами. И 6 человек у меня джигиты вышли руководителями, чтобы просто знали это. Я вам могу сказать, что я какой. Я есть руководитель боятся своих партнеров. Но вдруг лучше вы меня станете, знаете, жизнь какова, да? Я никогда никого не боялся. Вот. Мы сами шьем сбрую, сами все делаем, сами все ремонтируем, сами. А знаете, почему мы сами делаем? Мы видим, где порвано, где поломано, где это. Мы сами все сваркой, все занимаемся. Вот директор свидетель это. Это правда. Единственное, директор, я знаете, почему хвалю? Он нам не мешает. Чем могу помочь? Не мешай. Не мешай, да. Понять мне? Вот это самое главное, когда я начинаю, знаете, вот это надо сделать, вот это. Если я знаю свою работу, я должен досконально каждый винтик, каждую иголочку знать. Да? Ну, в конце концов, это же безопасность артистов и своих, животных. Своих артистов учу. Но у меня большинство танцоры. Чтобы вы знали. А вообще труппа большая? Вот из людей считать, они а у меня, коней. У меня 15 наездников моих, еще должно быть побольше. А так, труппа у нас 48 человек. 48 человек. 48 это человек. По российским меркам много? Мало? Нет, мало. Мало. Знаете, почему мало? Возьмите большой театр, повезите 48 человек, куда-нибудь над нами будут смеяться. Там должен быть, выходит солист, там должен... Там один оркестр 48 человек, вот. Больше. Понимаете, а к чему? Это должен быть все-таки искусство цирка. Тогда надо цирк сделать, знаете, как 1000 мест, 800 мест. А когда 2000 мест, и там один человек работает, последний раз и не видит их. Вот что самое страшное. Все должно быть групповые, как у нас был раньше. Групповые подкидные доски, полеты, наездники, там лошади, тигры. В одной программе мы работали, вот что я вам сказал. Подкидные доски, полеты, джигиты, слоны. Это мы в Америку возили. И, конечно, они рот открывали, куда дальше ехать. И знаете, что даже что было? Цирк Ринглинг, 3 манежа где. Они уезжали с этого города раньше, когда мы приезжали. Вот. И один человек сказал... Ну, говорит, посмотрите, что мы с вами сделаем. И начали потихоньку артистов, вот после 90-х годов, еще до 90-х, переманивать к себе. И начали потихоньку разваливать цирк. И могу еще тайну рассказать. Цирк Дюсалей, город такой у нас есть, Санкт-Петербург. Они думают, что делать? Раздавали людям, даже деньгами платили. Я за это отвечаю, да? Чтобы в цирке, в советском цирке, русский цирк, не было животных. Чтобы против животных стали. Это было? Я за свои слова отвечаю. Понимаете, уже оттуда нам уже хотели командовать. И не дай бог, если случится это. И могу про животных 2 слова сказать. Пускай журналисты, телевидение придут, знаете, меня даже директор не будет знать, да, пускай с кем-нибудь придут, чтобы сразу вошли утром рано. В каком состоянии животные. И знаете, когда вы животное бьете, когда вы подходите, начинает, знаете, в сторону бросаться, понятно, да. Боится. Понимаете, мне самое главное, когда к животным относим, заходят, они даже мои шаги, знаете, иду, они уже зовут меня. Понимаете меня? Значит, к лошадям нормально относимся. К животным нормально относимся. И самое главное, они у нас выхоленные. Почему? До нашего любимого Олега директора. Он приносит нам мясо, приносит сено, рыбу привозит, медведям мед приносит. Кому так живется животным нашим? Все самое свежее, самое главное. Самое вкусное. Олег, да? Конкретно мед медведям, да? Да, конечно, обязательно. Не прошлогодний мед, а свежий. Свежий, понятно. Я вам могу еще одну тайну рассказать, чтобы вы знали.
Я уже сбился со счета, какая тайна уже. В цирке, вам скажу. Не, вам говорю, в цирке брали лошадей, вот мы брали лошадей, и брали на племя на конзавод. Мы сохраняли племя. То есть из цирка брали на племзавод? Да, мы их оттуда брали. И когда они состарились, мы их отдавали туда. Они просили нам лошадей, меняли на молодых. Угу. Чтобы эта линия осталась, вот эта линия этого жеребца. Чтобы просто знать, это не так я вам придумываю. Я про лошадей все это знаю. Вот Ставрополь, конзавод, все это. Брали лошадей, молодых давали, отдать нам на племя эту лошадь. Угу. И у меня даже есть, я даже расписку написали, мы, да, что я не имею права кастрировать таких-таких-то лошадей. Две минуты у нас остается, время очень быстро бежит. Хотел спросить про вашу семью. Ваша семья с вами тоже работает? Вот я смотрю, да, сын тоже Тамерлан, внук Даниил. Я вам все рассказываю сейчас. Все рассказываю. Мой сын сейчас пошел учиться. Я даже удивляюсь, будет психиатром. Пенсионер он. В смысле? Он ушел из цирка. Он пенсионер, да. 79-го года, сейчас, смотрю, рождение, да? Он учится, сейчас учится, он будет психиатром, я вам тайно рассказываю. Ну, да. Вы этим недовольны как-то, нет? Или нормально? Вы понимаете, сейчас такой век, и у вас, наверное, дети есть лестницы, если вы будете заставлять вот это будет заставлять, он, наверное, будет сопротивляться. Как ты хочешь, Тамерлан, так и делай. Знаете, у нас нет такого, чтобы ты делай все это, да? Он был очень талантлив, очень... Все заслуженный был, артист, да, в России. Знаете, он посмотрел на это, знаете, меня... Знаете, меня, как вам правильно сказать, чтобы я никого не оскорбил? Говорите, нет, у нас есть. Нет у нас сегодня во главе моего цирка, да, вот такого человека, чтобы тянулся в цирк. Раньше, знаете, мы приходили, если вы хороший артист, двери открывали сами, что вам помочь, что вам сделать. А теперь смотрят, знаете, вас нет, не видно вас. Вот что случилось. А вот это когда случается, а молодежь, что мне спорить, я уйду. И он ушел на пенсию и стал учиться. И мой внук уже шестое поколение. Угу. Его зовут Тимур. Сейчас он 8 лет ему, да. Он любит лошадей очень. Ну, сейчас должен сначала учиться. Ну, школа, конечно, да, 8 лет. Вот. И нет, я вам расскажу про цирковых. Цирковые дети, грудные, за барьером стоят в этих в колясках. Мама, папа репетируют, а он мяу, там пищит, покормили, опять репетируют. Они с маленьких лет в цирке, конечно. Да? Куда им деваться-то? И они учатся, чтобы вы знали, лучше, чем местные. А знаете почему? Они всю географию знают. Всего мира. Они... Вот сейчас тяжелее стало, потому что в каждом городе разные там учебники, разные преподаватели, все это. Вот это. А так, у меня жена, например, закончила театральный институт на отличие. Она с вами работает? Да. С вами работает. Вот я вас приглашаю увидеть. Она на ложе сидит, ей тоже 76 лет. На ложе сидит, она красиво говорит. Вы даже будете приглашать ее, чтобы она голос свой показала вам. Безусловно, безусловно. Напоминаю, что цирк Тамерлана Нугзарова «Легенда» в нашем городе дает представление до 14 октября. 0+ возрастное ограничение. Так что добро пожаловать. Да, всю информацию есть. Да, всех ждем, приходите. На сайте. Олег, билеты еще в доступе есть пока? Билеты в кассах цирка. Также на сайте Кировского цирка можно купить в свободном доступе круглосуточно 24 часа в сутки. Всех ждем. Приходите в Кировский государственный цирк на программу, покорившую весь мир, в принципе, 25 стран мира, на шоу, этно-шоу цирка Тамерлана Нугзарова «Легенда». А я приглашаю всех зрителей наших в цирк, чтобы они веселились там. А кому моя программа не понравится, я вернусь с удовольствием. Деньги за билет. Мы вас ждем в цирке. Все по-честному. Все по-честному, да. Спасибо большое. На этом дневной разворот завершен. Далее новости, тематические программы. Мы вернемся с Николаем через 20 минут.